Привет всем! Ну, я хочу с вами поделиться и рассказать, что я буду сеять сейчас уже в феврале. Уже что пора сеять мне, и я собираюсь сеять. И немного расскажу вам про свои семена, что я приобрела. Так. Ну, тут я буду сеять на подоконнике, чтобы были у меня всегда приправы рано. И я из приправ, эти все прошлого года у меня семена остались. Они на... Тут много семян, и так что они хватает на несколько лет. Так, и что у меня тут есть? Тимьян буду сеять. Розмарин. Майоран. Эстрагон. Так, это орегано. И базилик. Это я все посею в горшочки, и на подоконнике, на кухне как раз будут сразу мне приправы все, которые по листочку могу в салате куда-то поставить. Я так сею каждый год их. Так, ну и тут я вот тоже уже семена открытые. Эти мне семена уже давно. Я один раз их пробовала сеять, но мне не получилось как-то. Ну и попробую еще. Это физалис. Это многолетние. Ну вот хочу опять попробовать, как мне выйдет. Вот тоже их рассадой тут написано надо. Вот и буду пробовать, как этот год мне получится. Ну и, конечно, я сеять уже буду паприку. Паприку я тут... Мне с прошлого года осталось семена. Сладкую и красную, и оранжевую. И этот год я докупила. Ну, сначала посею, конечно, которые мне остались с прошлого года. Эта паприка я уже прошлый год, я вам как говорила, сеяла. Мне она понравилась. Она хранится тоже мне в ящике в сухом месте. До января хранилась. Ну, уже была такая чуть-чуть вялая, но сохранилась. Даже я зеленую сорвала. Она накрыла ее, и она покраснела. Ну, конечно, уже и надо уже сеять пурови. Вот. Пурови я сею всегда средний сорт. Их тоже рассадой, и потом рассаду надо высаживать на улицу. Ну, сначала всегда пурови сажают рассадой, сеют семена в ящиках, а потом высаживают. Есть зимний сорт, ранний, но я всегда сажаю средний. Ну, и я вам уже видео показывала, храню я ее в теплице. Она тоже сохраняется очень долго. Ну и тут уже у меня пойдет рассказ про цветочки. Какие я цветы буду уже надо, которые сеять. Вот эти цветочки вот синенькие такие. Называются они дебесила. Они вьющиеся, такие синенькими цветут. Ну, там больше как листочки. Они до 3 метров. Их хорошо около заборов где-то, ну, чтобы где-то им было где виться. Их сажают. И тоже эти рассады. Эти мне уже семена где-то 3 года. Их там много, и мне хватает. 3 штучки посею. Они всходят хорошо. И очень такие, как пушистые, до 3 метров. Они растут. Так, и еще как раз семена Сан-Виталия. Это как такие миленькие желтенькие ромашечки. Их сажаю я в горшочки, но их тоже можно и на клумбы сажать, на балконах. Они очень долго цветут до морозов. Их главное только поливать надо. Они такие ползучие больше. Такие как густые и очень долго цветут. Очень мне они нравятся, я их все время сею. Так, и тут еще
Лобелия. Вот это тоже такие миленькие цветочки. Очень тоже долго, прям до морозов они цветут, и зелененькие. Я достала синенькие. Есть еще красненькие, беленькие. Я хочу еще красные достать. Но еще не достала. Вот. Ну, а тут петунья. Так, это прошлогодняя петунья у меня осталась. Я посею разноцветная. Такая простая. А это подвесная петунья. Буду сеять тоже. Чтоб горшочки у меня были. И где-то, чтобы красиво подвесить горшочек. Ее надо сеять в январе-феврале. Ну, как раз в феврале я вот ее буду и сеять. Так, и тут примул я еще вот посею, рассаду сделаю. Это многолетние цветы. У меня были уже, ну, что-то, смотрю, смерзли, пропали уже. Так, я заново вот купила разноцветную тоже. Посею рассадой семена и потом рассадой буду высаживать. Так, а потом уже сама соберу семена и дальше буду их размножать. И, конечно, фиалку. Это тоже мне с прошлого года фиалка осталась. Такая интересная. Вот. И еще такую миленькую фиалочку купила. Ее можно в горшочках сажать, такую, как подвесную делать тоже там. Разные цветочками. Ну, вот это все я буду сеять сейчас уже в феврале. Ну, конечно, еще в марте буду сеять там томаты, огурцы, дыни, арбузы рассаду делать. Ну, это сейчас все у меня пойдет сейчас на сеяние. Ну, потом я вам сниму в марте, что я буду сеять видео. Ну, сейчас пока рассказала вам, что сейчас. Ну вот, кому понравился мой рассказ, мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и всем приятного просмотра. Пока!